Благодарю тебя, Всевышний. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Спасибо. Так. Шах. Так не пойдет. Давай играй. Раз. Два. Три. Я уже проходил это, племянник. Что за книга? Сборник стихов. Иначе все убивали бы любимых. Кто-то делает это одним взглядом, кто-то лестью. Трусы убивают поцелуем, а храбрецы убивают ударом меча. Храбрецы убивают ударом меча. Омер, к тебе посетитель. Я нахожусь здесь 7 лет, Салимбей. Ко мне не приходят посетители. Я сказал так же, но меня просили назвать имя. И кто же это? Эйшан. Я должна была увидеть тебя. Я пришла не для того, чтобы просить прощения. То, что я сделала, нельзя простить. Я сделала нечто ужасное. Омер! Как твой муж? Джангиз. Омер! Я читал в газетах. У вас есть ребенок. По-моему, его зовут Джан. Омер, я тебя... Не смей. Не произноси ни слова. Я больше не хочу слушать ложь. А знаешь почему? Потому что я могу... поверить тебе. После всего, что было,
Ты произнесешь одно предложение, глядя мне в глаза. Скажешь, что любишь меня. Сейчас я знаю, что это неправда. Но я поверю тебе. Поэтому не смей ничего говорить. Не смей. Иначе бы все убивали любимых. Кто-то делает это одним взглядом, кто-то лестью. Трусы убивают поцелуем, а храбрецы убивают ударом меча. Кто-то убивает любимого в молодости, кто-то в старости. Кто-то душит из алчности, из-под тишка. Милосердный убийца использует нож, чтобы жертва умерла быстрее. Убивают того, кого не любят, и даже того, кого любят. Кого-то продают, кого-то покупают. У кого-то проступает слеза, но некоторые убивают любимых. Хотя умирает не всякий, кого считают умершим. Не всякий. Кипр, 2009 год. Я выбрала для тебя подходящий костюм. Шебнем.